самый важный момент, ключевой момент случился на 88-й минуте, когда арбитр назначил 11-метровый удар, посчитав, что защитник «Спартака» нарушает правила. Комиссия полностью единогласно решила, что нарушения не было, что в момент удара по воротам Жиго не делал никаких действий, не вступал в единоборство, а блокировал мяч. Вы это можете увидеть. Он левой ногой, здесь на записи хорошо видно, что он блокирует мяч, а затем происходит так называемое игровое столкновение, которого было обоим футболистам не избежать и необходимо было продолжить игру. ВАР, мы посчитали, что должен был вмешаться в этот эпизод, так как, по нашему мнению, по мнению комиссии, это была очевидная ошибка арбитра. Второй момент случился на 14-й минуте матча. Момент очень сложный для принятия решения арбитром, но экспертная комиссия, посмотрев внимательно все детали, приняла решение, что у арбитра были основания для назначения 11-метрового, и связано это с тем, что несмотря на то, что игрок номер 39 «Спартака» первым касается мяча, но до этого на мгновение он коленом подбивает ногу своего соперника. Поэтому в данном случае решение судьи комиссия поддержала. И в таких случаях, так как момент неочевидный, ВАР не вмешивается в действия судейской бригады, согласно протоколу ВАР. Момент, связанный с единоборством защитника Сочи и игрока номер 39 «Спартака». Игрок Сочи идет в грубой манере в единоборство. Он выставляет ногу вперед, использует шипы. Но если вы увидите на стоп-кадре, то контакт ноги защитника с ногой игрока «Спартака» происходит внизу, в стопе. По всем рекомендациям УЕФА, в таких такие нарушения носят характер безрассудный, а не серьезного нарушения правила, и поэтому комиссия экспертно-судейская единогласно признала правоту арбитра ограничиться желтой карточкой.